На каком этапе находится строительство Ходьковской больницы? С проверкой на объект приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава округа Дмитрий Акулов и председатель Совета депутатов Рита Тихомирова провели главу региона по трем корпусам, который включает медучреждение. Строители просто волшебники. Вот настолько идет хорошо стройка, вот люди это подмечают. Вот день и ночь, вот и все идет поэтапно, и вот мобильно, и видно вот это вот масштаб, он прямо вот каждую неделю нарастает. И люди уверены, они радуются. Теперь только спрашивают, когда? Один из корпусов займет поликлиника, которая сможет принимать 450 пациентов в сутки. Рядом расположится стационар на 60 коек. Всего в новом современном медучреждении смогут лечиться более 28 тысяч жителей, включая 6,5 тысяч юных пациентов. На данный момент все корпуса больницы уже готовы. Идет внутренняя отделка и установка оборудования. Готова и новая котельная, которая будет отапливать помещение. К объекту подведены вода и канализация. В новую Ходьковскую больницу уже набирают врачей и медсестер. Специалисты приходят не только из Сергиево-Посадского округа, но и из соседних районов и других регионов. Штат увеличится в 1,5 раза. Этому способствуют региональные меры поддержки, компенсация аренды жилья медикам, программа «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Приведи друга». Медучреждения оснастят по последнему слову техники. Здесь установят КТ-аппарат, цифровые рентгены, УЗИ экспертного класса, современные аппараты для стоматологии. В стационаре появится оборудование для реабилитационного лечения и офтальмологических операций. Строительство крупного больничного комплекса в Ходькове планируют завершить в сентябре. Мария Ревека, ТВР-24, при содействии телеканала 360.